Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbaz Games, с вами NeoZar. И это прохождение игрушки «Маленькие кошмарики». Мы ее уже на нашем канале проходили, эту игрушку, но у нас вышла новая глава, так что давайте посмотрим новую главу, пройдем ее. Так что всем приятного просмотра, погнали, выбор главы. Так, ну это наша полудевочка, как я ей говорил, в желтеньком одеянии. И этот наш мальчик, которая была вторая глава. И вот смотрите, вот у нас вышла третья глава какая-то. Так что давайте гоу. Ух ты. Блин, пацанчик, ты живой хоть там? Мне что-то тебе жалко, если честно. О, грибочки пошли. До сих пор не понимаю, что это за грибочки такие. Так, ладно. Хватай. Нет, не хватает. Так, ну что, давайте посмотрим. Нужно вспомнить управление. Я уже забыл все управление здесь. Помню, что это такой аркадный такой платформер с интересными загадочками, с интересной графикой. Так, но ничего не изменилось. То есть мы опять на этом пацанчике с вами бегаем с фонариком. Как написали разработчики в Steam, сказали, что эта часть будет сложной, потому что головоломки здесь усложнились. Но давайте посмотрим, усложнились или нет. Так, а как бегать-то? А, вот, все, бегать я вспомнил, как. Так, смотри, здесь эти грибочки бегают. Нужно их как-нибудь поймать. Так, сволочи. Где вы есть? Спрятались со мной? Хотите в прятки поиграть, да? Все равно найду. О, смотри, вон побежал. Так, что это такое? Непонятно. Вау. Ты что, головой что ли стукнулся туда? Так, а подожди, а как активировать что-то? Здесь можно, нет? Не, ну, по-моему, грибочков-то больше здесь нет, да? Они вон туда. Короче, они со мной в прятки играют. Во-во-во, стоять, что я сказал, блядь, хватай. Ага, не успел. Так, смотри. Во, один спрятался. Ну-ка иди сюда, бродяга. Куда, блядь? Чёрт, стой, сказал. Блядь, хватай его. Бля, как схватить, как, во, смотри, схватил. Иди сюда, куда, блин, чё, всё? Все, сейчас я тебе там наверну шею-то. О, смотри. И чё? Чё я с ним сделал? О, смотрите. Я его призвал на свою сторону. Ты будешь на моей стороне силы теперь. Ну, здесь, мне кажется, все простенько. Здесь нужно швырнуть его вот на эту фигню. Да, о, да. И это все довольно-таки просто. Понятно. Так. Грибочек, иди сюда. Ну-ка, давай туда. Опа, молодец, перелетел. Так, иди сюда. Пока что как бы все получается, все. Вау. Ничего сложного я здесь не нахожу в плане загадок. О, лови еще одного. Нет, не успел, не поймал. Так, ну давай-ка поднатужимся. Окей, дырку какую-то с вами открыли. Вау, темно. Не видно ни хрена. О, смотри, грибочки, это вы, наверное, тут рисовали всякие картинки-то, наскальные оставляли. Так, что у нас здесь? Вижу грибасика у нас одного наверху. Как его взять? Не знаю. Так, это что такое? Что там такое шевелится? Там мышь?
А, во, грибосик, 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 стой, стой, скажу, стой, я тебя поймаю, блин. Ну-ка, иди, я тебе сюда тоже чуть подверну. О, хорошо. Молодец, теперь у меня два помощника стало. Так, ты там что-то это, не отлынивай, ну-ка иди сюда, тебе тоже, что ли, подвернуть чуть-чуть нужно что-то? Давай, сейчас я тебе подверну. Так, все, спокойно, все за мной. За мной моя банда. Так, что вы мне показываете? Дверь нужно открыть? А как мне открыть? Давай. Ну-ка, давайте. Напряглись, напряглись. И... Да, не хватило. Ну и что вы мне показываете-то? Вон, видите, ваш там друган наверху сидит. Мне как нужно другана вашего спасти. Ну подожди, а если я одного попробую туда кидануть? Залетит он, интересно? Ну-ка, о, да, да, детка, хорошо залетел. Ну-ка, чё? А, силы тебе не хватает. Ну, давай ты сейчас еще одного грибасика туда зафинтихлюкаю, блин. Так, давай. Тюдымс. Ну, теперь все просто. Теперь я туда, и сейчас я буду спасать еще одного грибосика. Так, ну давай, иди сюда. Опа, так, 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 ты стой, 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 спрятался. Иди, я тебе подверну чуть-чуть. Все, теперь ты тоже на моей стороне сила. Пошли, пошлите, пошли моя банда. Ну-ка, иди сюда, помогайте. Давай, давай. Их, раз. Я не понял. Пацаны, вы что здесь стали-то? Идите, помогайте мне дверь. Ты что здесь опять стоишь, а в углу? Ну-ка, сейчас тебе, блядь, пинка, блин, пердячего дам. Ну-ка, иди туда. Давай все, ну-ка, давайте. Поднатужимся, пацаны, Блядь, у тебя что, места, что ли, нет? Давай встану в середине как-нибудь. Давай, давай. Во-во-во, хорошо, хорошо идет. Ох, ох, открыли. Открыли, зашибись. Ну, пока я не вижу здесь никакого сложных таких загадочек, как бы все, по сути дела, идет и идет. Ничего такого сложного, вот я вообще здесь не нахожу. Так, а вот это вот хренотень. Что мне нужно сделать здесь? Мне кажется, ну, я туда как бы не достану, но как грибочек, если тебя кинуть туда. Да, понятно. Недолет. Ну-ка. Недолет. Да, что-то они туда не хотят идти. Так, зачем мне туда нужен этот крюк? Да подожди, дай-ка мне залезть сюда. Дай-ка я... Да куда тут дай мне залезть? Тут, смотри, дьявол, а? Отойдите от этой хренотени. Да дайте мне залезть-то, а? О, наконец-то. Ну, я, по-моему, за этот крюк не дерну, наверное, да? Нет, к сожалению, я не могу дернуть. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь. Так. О, смотри, еще один. Иди-ка я тебе повтыкаю что-нибудь. Ну-ка, стой. Что тут? Смотри, не дается. Не дается. А, он туда показывает, типа, он, смотри, там печка какая-то. А вот к этому я дотянусь, да? Ну да. Зашибись. Так. Чё они делают? О, о, какие молодцы. Ни хрена себе, они запустили машину будущего. И смотри, у нас там это, лестничка, лестничка, лестничка. Давай, давай, давай. Опа, смотри, и туда он открылся, дверь какая-то, да? Я просто вижу, что там лестница какая-то. Ну-ка, подожди, а вот эту дверь давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас тоже грибосик. Так, ну ладно, один убежал, смотался, тварь такая. На вот это вот мы сейчас выдернем, иди-ка сюда. Иди-ка сюда, стой, стой, сказал. Сейчас тебя здесь подверну чуть-чуть. О, так, все, теперь ты на моей стороне. Ну-ка, что у нас здесь? Можем мы залезть на эту лестницу? Так, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ.
Не знаю, мы где находимся, но находимся в какой-то шахте. Блин, а если это лос прыгну, то я потом как куда-нибудь вернусь? Ёп. Что-то здесь вот первый раз я встречаю, что два разных пути было. То есть зачем-то туда была лестница и зачем-то сюда была лестница. Но вот здесь я ничего сделать не могу, смотря. Единственное, только вот на это я могу перепрыгнуть? Это выключатель включить? Нет, ну сюда вот явно грибосик нужен мне. Как-нибудь подкинуть, кинуть. Так, а вот это что такое включается? Ну-ка. Ну сюда это, наверное, тоже не допрыгну, да? Да, рахитозный это у нас еще такой. Рахитозный у нас не может так перелетать. Ну давай сюда тогда иди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты осторожно, тихо-тихо-тихо. Здесь может быть все печально. Что ж ты как слон? Ёп. Понятно? Уходим дворами. Фью. Зашибись. Зашибись, вообще зашибись. И что мне теперь здесь прикажете делать? Как мне пройти этого там, эту скотину эту? Смотри, ни грибосиков, ни херосиков у тебя нету. И этот там ходит в ночи. Давай, 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 давай. Давай, пацан, беги, беги, беги. Блять. Не хрусти, не хрусти, только беги. Беги, 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 вперед, 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 только вперед. Бля, я чувствую, что он за мной идет, да? Блядь, что ж ты такой слон-то, блин? Ну ладно, как... Вроде... Блядь. Все, что можно, собрал, идиот. Я включи свой фонарь. Я ни хрена не вижу, если честно. Где-то есть-то. Чё, ты перелетел, что ли, как-то? А, вот, смотри. Можно подняться здесь. Ай-ай-ай-ай-ай. Нехорошо, нехорошо. Скрипишь, скрипишь. Маленький кошмарик. Что же такое скрипучий-то? Так, теперь мне нужно здесь как-то вспомнить, как здесь... Прыгать нужно было. Ага. Ой-ой-ой. Нет, 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 нет. Так, опа. И опачки. Хорошо. Отличненько. Пошли, пошли, пошли дальше. Опа. Куда это мы с вами пришли? Ну, здесь как бы посветлее. Это уже хорошо. Мне уже это нравится. Так как мне вот эту всю фигню открыть? Эта фигня мне явно не открыта. Ну зачем ты берешь эту банку, блин? Бери эту банку, куда-нибудь кинь ее, вот туда. Хм, странно. Он сюда не хочет лезть, вообще просто никак не хочет лезть. И сюда он не хочет лезть. Вот это я зашел. Куда я, блин, зашел? Че это такое? Ты что, ты все бросаешь, а? Так-с, давай, давай, давай. Поднимайся, поднимайся. И что это мне дало? Что-то как-то хреновато мне это все дало. Так, тапочек. Зачем мне нужен тапочек? Куда мы можем этот тапочек кинуть? Да никуда, в принципе, мы его не можем кинуть. Он нам вообще не нужен. Так, а может вот эту вот фигню можно пододвинуть, что-нибудь сделать? Нет? Какой-то бред. Мне кажется, я вообще не сюда пошел. Но как мне вернуться обратно? Может, нужно было пойти на эту лестницу? Ну зачем? Что это мне дает? Что я могу сделать с этим? Кинуть в дверь? Нет, не получается. Ну давай, давай, тихо, 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 тихо. Да нет, не получится ничего. Мне бы сюда вот грибосиков пригласить бы, да, они мне, может, и помогли. Но вот почему-то не может на это залезть. Ты смотри, по-моему, туда какой-то ход есть, да? Вот можно туда что-нибудь было перепрыгнуть, залезть куда-нибудь. Может, ты здесь можешь как-нибудь залезть? Нет? Нет, смотри, здесь он не хочет никак лезть. Вот вам и загадочки пошли. Вот вам и загадочки.
Ну сюда ты можешь залезть? Блин, смотри, он и сюда не может лезть никуда. Ладно, давайте попробуем вернуться. Не знаю, что здесь делать. Сюда он тоже, смотри, не лезет. Он никуда, в принципе, сюда не лезет. Какой-то тапочек нашел, все. Да и положи ты свой тапочек, зачем он тебе нужен? Блин, ну залезь ты сюда теперь, а? Ну ты что, дурак? О, хорошо. Залез, ладно. Я не понимаю, что здесь делать нужно. Так, блин, чуть не упал, а? Пендель. Блин, я бы хотел вернуться к своим грибосикам бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я бы хотел вернуться к своим грибосикам туда и посмотреть там лестницу. Но мне кажется, туда-то я уже не вернусь, да? Там же все у меня закрылось, ничего не открылось. Может, здесь что-то есть? А куда он? Блядь. Нормально. Я даже не понял, откуда он появился. Эта скотина. Так, ну где, смотри, где я очутился-то опять? Очутился я вот здесь вот. И сюда я никак не выйти не могу. Вот туда вот к лестнице. Я бы хотел очень туда к лестнице выйти. Грибосики, спасите меня. Ну, спасите, ну, пожалуйста. Блин, ну как мне вот эту вот открыть штуку? Мне бы один сюда грибосик бы, я его сейчас бы кинул на эту хрень, и все было бы замечательно. Но его-то у меня нету. И туда-то я подняться не могу. Вот же черт. Не можешь это открыть? Нет, силёнок тебе не хватает, да? Блин, может сюда что-нибудь подвинуть можно? А что сюда подвинуть? Не знаю, даже какой-нибудь... Вот этот вот ящик. Нет, ящик, он, смотри, он не берет, и он тут зачем-то залазит, и все. Черт возьми. Все-таки нужно было по лестнице посмотреть. Может, там что-то было интересное. Ну ладно, давай здесь. Блять. Я понимаю, что ты слон еще тот. Thanks. Ничего нету? Ладно, тихо. Смотрим. Осматриваемся здесь. Залезть-то куда-нибудь поверх-то. Ни хрена не может залезть. Блин, фонарик у тебя, скажу. Я бы какой-нибудь поменял тебе фонарик. Лучше нужен тебе фонарик. Как-то плохо светит. Опа, смотрите, дверь. Что как-то сюда можно выманить? Он эту дверь сломает. Эй. Скотина, может ты можешь дернуть вот за этот рычажок? Где-то есть. Давай, быстрее. Беги. Блин, давай протяни свою руку, дерни вот за этот рычаг, а? Не, никак. Ну, у тебя же длинные руки-то. Тебя. Ну, я, если честно, не понимаю, что делать. Куда мне здесь, что бежать и что здесь я могу сделать? Ничего. Вообще даже, блин, дверь не могу это открыть. Может, как-нибудь ты сумеешь ее открыть? Ну, давай попробуем. Ну, давай, что-нибудь поделай. Нифига, да? Блин, а так все сначала хорошо начиналось-то, а? Ну, давай. Может, сюда куда-нибудь залезешь, а? Что ты такое сделал там? Сейчас непонятно. Да нет, сюда он никак не может залезть. Ладно, давайте ту комнату посмотрим. Не знаю, что здесь делать.
Но не должно быть такого, что типа я сюда пошел, в эту сторону, а не пошел по лестнице. Блять. Слон. Ах ты, тварь, а? Поймал, скотина такая. Блин, даже интересно, как же эту лампочку пронести-то, а? Так, ладно, хорошо. Моя попытка номер 10. Как же тебе, сволочь, такую туда пронести? Потому что как-то подбросить можно. Я даже не знаю, что с ней можно сделать такое. Ну-ка, можем мы сюда как-нибудь подбросить, туда как-нибудь кинуть? Ну-ка, опа. Силуэт, но он что-то... А он же, по идее, мой фонарь не видит? Или видит? Или не видит, или не видит? Я его не вижу ни хрена. Давай, 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 давай. Блин, это пипец какой-то. Это просто пипец. Мне хочется рвануть изо всех сил. Блять, 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 блять. Быстрее, 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 беги, беги, беги. Беги, Рахит, блять, твою мать. Включи свет, включи свет. Тихо, 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 тихо. Блин, ну и лапа у него. У него такая лапа, его боится даже папа. Ну вот я опять не понимаю, зачем я принес вот эту вот лампочку. Хорошо, лампочка у меня сейчас здесь, пусть она здесь светит. Давайте я посмотрю ту комнату, что ли, пока, да? Почему бы нет? Ну-ка. Да пошел ты. Блять. Было бы еще здесь управление бы хорошее, было бы вообще замечательно бы. Ну вот смотри, пришел я опять в эту комнату. Комнату с этим тапком. Где он, кстати, тапок? А, вот он, тапочек. Так, что я могу с ним сделать? Может быть, все-таки попробовать какую-нибудь дверь здесь открыть? Нет? Ну-ка. Ну вот, не получается мне какую-то дверь открыть. А-а-а. Смотри. А что-то такое получается. Блин, ну если бы он правильно как-нибудь это все сделал, кидал бы еще, то было вообще замечательно бы. Блять. Ну что ж ты такой криворукий-то, а? Давай, открывайся, открывайся, открывайся. Во, смотри, 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 мы открыли дверь, по-моему. Ну-ка, положи-ка здесь. Ну-ка, давай-ка, иди-ка сюда, во. Отлично, что здесь? Ну, здесь какая-нибудь табуретка или стул. Ну да, стопудово. И куда мне это все дело? Если честно, не пойму, куда мне это все дело можно хренахнуть, чтобы мне можно было залезть.
Так, подожди. Давай попробуем вон туда он переместиться. Блин, где мои грибасики, когда они мне так нужны? Блять, ну... Это у нее от бога просто, блядь, передвижение здесь сделали. Я сейчас боюсь, я геймпад сломаю с такими передвижениями. Ну давай куда-нибудь, ну что ж ты такой рахитозный, ну тащи ты эту хрень. Блять, я хочу вот сюда его куда-нибудь затащить, попробовать вон сюда вот запрыгнуть. Ладно, все, манду брось. Давай. Попробуем сюда залезть. Во. Давай, давай, давай. Ну, ну лезь, ну лезь. Ну что ж ты, я... Че? Никак? Да, хреновая была затея. Просто вот здесь-то я не понимаю, а здесь что мне можно? Ты не можешь это открыть вообще? Может, мне еще какой-нибудь стол здесь нужно открыть, еще стукнуть? Ну-ка, давай тапочком. Еще хренахнем по одной. Чё-то как-то недолёт, по-моему. А, вот, смотри, еще могу открыть, да? Странно как-то сделали вот эти вот. А вот сейчас все, сейчас стопудово открылась дверь. Положи тапчик. Да тапчик положи. Ой, дурак. Так, что здесь у нас? А, смотри, здесь ничего в этом нету. Ну-ка, где тапчик твой? Давай, бери. Я только нашел какой-то стул. Больше ничего здесь такого интересного нету. Ну-ка. Может, банка будет получше? Ох, блядь. Кто придумал такую засаду? Так, хорошо, открыли. Блин, да убери ты свой тапок, а? Так, а вот здесь вот я понимаю, здесь может быть, знаете что? Сейчас, смотри, сейчас я туда засуну стул. И по этой одежде, может, я поднимусь? Ну-ка. Да, попробуем. Да, если я геймпад сейчас не сломаю просто, потому что, блядь, я не знаю, будете играть... Вы поймете, что здесь такое, перемещать здесь сраную эту хрень. Сраный этот стул. Вот полегче они его никак нельзя было придумать, как так перемещать-то. Так, зашибись. Чуть-чуть не так. Блядь, да выйди ты отсюда как-нибудь, а. Давай, задвигай, задвигай, задвигай. Во. Давай, давай, давай. Теперь залазь. Я сказал, залазь. Отлично, да. Да. Ха-ха-ха-ха. Чё это? Ведро? Ведро. Опа. Зашибись, зашибись. И что же мне, и как здесь мне? А, вот оно что. Только не говори, что ты умер, блин. Нет, он не умер уже, хорошо. Опять же, зачем я нес ту лампочку? Вот это вот я не понял. Куда мне нужно ставить? Здесь я ее явно никуда не пронесу. Давай, давай, давай. Опа, 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 оп. Отличненько. Ой, 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 ой. Чуть-чуть я не упал. Блин, я вообще какой-то спускаюсь в котел дьявола, блин. Ой, хорошо. Ой, молодец, подтянулся. Тихо, 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 тихо. Так, а вот здесь вот смотри.
Опа. Вот эти вот свечки, они неисправные, а вот это вот исправная свеча. Мне нужно явно подобрать исправную свечу как-нибудь. Как-нибудь. Вот только смотрите, вот эту вот дверь мне как открыть. Ну, эту дверь я понял даже, как открыть. Эту дверь можно открыть свечкой. Если в нее бросить, например, в кнопку, да, то она, по идее, должна открыться. Ну-ка, да, проверим. Ну да. Это все фигня, это все открывается. Теперь мне нужно... Кто знает, что ж ты не можешь здесь подтянуться-то, а? Здесь же вообще протянуться, блин, легче простого. Как мне вон-то хренатень достать? Ну-ка. Смотри, этот здесь рукастый ходит. Рукастый. Блин, может туда что-нибудь кинуть ее можно, она как-нибудь там это, не знаю, сдвинется сама. Да нет, туда он не допрыгнет, то есть не допросит вообще. А, вот оно что, вот оно что. А теперь ты должен, по идее, туда залезть, да? Давай, это тоже на себе, нет? А вот это вот? Окей. Нет. Вверх прыгай. Так. Ты куда ты... блин. Нет, ну вот с управлением они могли бы что-то придумать получше. Ты что ж ты... Вспоминаю Рахита. Хорошо. Только не говори, что ты мне сейчас туда, ты не перепрыгнешь. Нет, перепрыгнул. Молодец. Давай, хоп. Хоп. Так, ну смотрите. Это у меня здесь есть. Так что, может быть, тут мне и не нужно было туда тащить. Да я ее, блядь, оттащил, дурак. Ой, дурак. Ой. А, пошел бы ты знаешь куда? По-моему, они чуть здесь зашкварно сделали вот с этим, блин, главредом, блядь, который это рукастый, блядь, чебурастый, блядь. Ты меня не видишь. Блин, не нужно было на пропалую лезть. А, нужно было чуть-чуть подождать. Он, может, руки убрал свои, я бы нормально там прошел бы. Ну ладно, сейчас пройдем. Только я вот смысла не вижу. Вообще мы сюда пошли. Мне такое впечатление, что сейчас мы принесем эту сраную вот эту вот свечку и откроем ту дверь, и потом пойдем на лестницу. Хотя можно было по лестнице сразу пойти.
Ну, не знаю. Хотя, может быть, нет. Может быть, нужно энергию включить. У нас же там одна свечка была. То есть, такого напряжения особого нету. Давай, 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 ковыряй, ковыряй. Я пока здесь не подожду. Так, стой, стой. Стой, кошмарик, не лезь туда на рожон. Так, все, руку убрал. Руку убрал, молодец, молодец. А мы по чуть-чуть пошли, 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 пошли. Хорошо, главное сейчас не наступить на уголь. Так, вот он, сраный уголь. Там еще сраный уголь. Блин, а куда нужно дойти-то? Куда мне нужно пройти? Куда, 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 куда? Уже близко, давай, 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 давай. Я не знаю, может быть, разбежаться здесь? Да, попробуем. Почему, в принципе, нет? Он вроде от нас далеко. Ну да, 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 смотрите, я пришел сюда. А, нет, смотрите, свечка у меня здесь, то есть она как бы там не... Понятно. Все, зашибись. Сейчас мы эту ставим. То есть она у нас там не сохранилась. Так, эту вставляем. Так, опачки. Так, что-то заработало. Давай-ка. Что это? А что случилось? Там что, свет, что ли, какой-то зажегся или что? Не понимаю. Что это? А-а-а, смотри, лифт. Опа, а вот наши грибосики. Грибосики, привет, грибосики. Куда это вы делись-то все? Я только пришел, грибосики исчезли прям. Что это такое? Там что? Вы это видите? Мне это не кажется. Там обезьян сидит. Так, хорошо, что это у нас здесь такое? Опа, туалетная бумага. А это что такое? Что это у нас в толчке здесь завалялся? Ну-ка. Ничего хорошего. Чивеньк. И ничего, да? Туфля. Куда можно туфли кинуть? А что здесь вообще? Дверь? Дверь, там на меня смотрит обезьяна. Непонятно какая. Так, может быть, вот это можно сдвинуть хоть как-то? Ну-ка, давай. Да, блядь, ну возьми ты ее, пожалуйста. Ну, ты можешь как-нибудь взять... По-моему, вот здесь какой-то проход есть, да? Возьми, ну зацепи да за ящик-то, ёпты. Блять, вот ты коматозный, а. Ну вот по идее должен он за ящик взять здесь. Нет, он за ящик не берет. Вот хоть ты умри, он за ящик не хочет брать вообще никак. Он по идее должен этот ящик сдвинуть, и там есть проход. Грибосики, а грибосики. Пипец, я не знаю, что он, почему он за ящик не берет здесь. А куда у меня грибосики побежали? А, подожди. Вот они, зараза, куда побежали-то? Ага. Грибосики, куда вы от меня ушарахали-то? Блять, ну что, ты сдвинуть, что ли, не можешь, а? Ну, можешь же. Давай, 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 давай. Напряги все свои мышцы. Мышцы-то он напряг. Только до этого он все равно не долезет. Так, я чувствую, здесь грибочек у нас притаился. Давай, арахидный, ну возьми, блядь, ну возьми ты его, блядь. Он взял, закрыл его. Ты можешь, наоборот, его открыть? Нет, наверное, открыть он почему-то не может его. Ну залезь ты куда-нибудь теперь, а?
Ой, да, ой, блядь. Идиотство. Вон, смотри, грибочек там торчит. Давай. Оп, 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 оп. Да, 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 давай, давай, давай. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо идем. Ну ты можешь залезть туда, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Пипец. Только мне говорите, что мне нужно вот сюда вот ту хренотень теперь подвинуть. Блин, здесь есть что-нибудь поближе-то? Ты можешь взять что-нибудь? Понятно, это значит хренотень, мне нужно будет туда двигать. Блять, ну... А, нет, смотри, она туда не передвигается. Ну, ну вот как, ну вот, господа разработчики, ну, ну вот как вот такое можно сделать, что он сюда не может запрыгнуть? Эта фигня там что-то ездит, сама своей жизнью живет. Сюда он тоже почему-то не может запрыгнуть, как ни странно. Куда, куда, куда ты поехал-то? Ну это, если честно, же какая-то хренотень полная, блядь. Дверь ты можешь открыть? Дверь тоже не можешь открыть? Что-то мне кажется, что они чуть-чуть здесь перемудрили с управлением. Но если я тебя сюда передвину. Здесь ты тоже никак не можешь ничего сделать. Ну вот здесь вот зачем-то шевелился этот шкаф. По идее, он должен этот шкаф открыть. Шкаф он не хочет открывать. Вот я взялся, он его ничего с ним не делает. Потому что если мы бы сюда запрыгнули на этот стол, я мог еще вот по этим как бы фигням перелезть и перелезть туда. Но он сюда не лезет. Вообще просто никак не хочет. Но... Ну, блядь. Даже туда он не может залезть. Ну, может, ты как-то здесь прыгнешь? Нет. Явно он здесь вообще никак не хочет никуда прыгать. Ну давай, ты, может, здесь что-то открыть можешь. Я не понимаю. Я не понимаю, что здесь не так, а что здесь такое произошло. Он никуда не хочет, смотри, не лезть, ничего делать. А мне интересует, а куда все грибочки здесь делать? Здесь, блин, народу столько прошмыгнуло куда-то. Где они все есть-то? Может, они куда запрятались вообще?
Странно. Ну-ка, а если я вернуться к контрольной точке попробовать? Что-то здесь как-то непонятно, если честно. Ну, давай. Ну, вот здесь ты оказался. Так, вот видите, смотрите. Вот это вот как бы громыхает, эта хренотень. Ну-ка, подожди. Вот раз, он ее почему-то задвигает. Вот почему он ее задвинул? Это явно напрашивается на то, чтобы ее не задвигать, а ее нужно, ну, раздвинуть, и чтобы этих грибочков оттуда выпустить. Может, что-то нужно было кинуть? Ведь наверняка они туда спрятались, да? Странно как-то. Вот если у меня были бы, как сейчас, дополнительные грибочки, тогда вообще вопросов не возникало. Ну, давай, что-нибудь сделай, а? Блин, ересь какая-то. Не знаю, мне кажется, что нужно как-то вот эту вот хренотень открыть. Ну как, я не знаю, как ее открыть. Уж такое здесь управление, блин, дурацкое. Ну вот явно она напрашивается на то, что нужно ее открыть. Ну давай еще разочек. Ну вот, смотри. Вот про что я говорил. Сейчас я просто как-то дернул обратно, и он все, и он грибосиков выпустил. Так, ну-ка идите сюда. Ну-ка идите сюда, блядь, его все равно поймаю. Вот тварь, а. Так, ну я двух выпустил. А где еще-то один? Куда еще один спрятался? Ладно. Сейчас я тебя так поймаю здесь. Куда, куда? Блять, все равно догоню. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Тварь такой, а?